История, которая случилась на прошлой неделе в Ташлинском районе, заставила вздрогнуть всю область. Педофил изнасиловал и зверски убил 4-летнюю девочку. Изувера быстро вычислили, сейчас он ждет суда. Всего же в этом году в области возбуждено уже 64 уголовных дела за сексуальные преступления против детей. Волна педофилии пока и не думает спадать. Шокировало нас, получается, прошлая неделя, с 8 по 12 августа, органами Следственного комитета на территории Оренбургской области возбуждено 6 уголовных дел по фактам совершения насильственных действий сексуального характера, изнасилований. Как в Ташлинском районе, так и в большинстве других случаев педофилии потерпевшие подростки воспитывались в неблагополучных семьях. Как правило, пьющим, ведущим праздный образ жизни мамам и папам просто не до заботы о своих детях. А сами насильники очень часто оказываются знакомыми и даже родственниками своих жертв. Приходится защищать детей от собственных родителей, потому что преступники из ближайшего окружения, преступники-родственники – это отцы, как ни страшно, это отчимы, это братья, дяди. И люди из ближайшего окружения, которые вхожи в семью, и дети им доверяют. Педофилов ловят, судят и отправляют за решетку. Однако многим все же удается избежать наказания. Факты насилия над детьми во многих семьях предпочитают умалчивать, чтобы не выносить ссор из избы. Мама, зная о том, что сожитель изнасиловал дочь, она, боясь расправы, потому что он довольно-таки грубый и жестокий в обращении, она обратилась в органы полиции, органы Следственного комитета уже продолжительное время, спустя неделю, 10 дней. Самой юной жертвой сексуального извращенца 4 года, самый старший 14. И ждать уменьшения активности маньяков не стоит, уверен психолог Геннадий Ищенко. Педофилия – болезнь неизлечимая. Он в это время не помнит, что у него там жена, есть дети, что это социально осуждаемо, что есть уголовный кодекс, что это будет наказание. Да на зоне это будет не очень сладкая жизнь, в конце концов, мы все знаем про это, да? Но это игнорируется полностью. Главное – достичь результата. А потому родителям остается только еще внимательнее следить за своими детьми. Других способов защититься от маньяка, к сожалению, пока нет. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев, Дмитрий Журавлев и Станислав Доминов.